Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о подвесной системе от Sky Paragliders Skylighter 3. Skylighter 3 – это ультралегкий кокон. Перед тем, как мы перейдем к деталям, стоит отметить, что все швы максимально ровно сшиты, то есть ты берешь эту подвеску и понимаешь, за что ты платишь деньги. Так, ну а теперь давайте к деталям. Очень эстетично выглядят карабины. Самое главное, они функциональные, и они уже точно никак не отщелкнутся, потому что здесь пластиковая кнопка, и чтобы отщелкнуть, то есть нажать, и только тогда так. Здесь находятся лямки для регулировки, для наклона сидения по высоте. То есть вы можете прямо их в полете, вот они, зажать или отпустить. Здесь в самом коконе находится регулировка длины. То есть если у вас ноги короче, вы их тянете. Также отпускаете. Это все можно делать в полете. Регулировка плечевых лямок. Также вы настраиваете наклон спины в полете. Оп, затянули. Более сидящее положение. Вот за эти лямки. Ну, подвеска маленькая, мне маленькая неудобно. За эти лямки тянете, можете лечь, поспать, как я обычно говорю в полете. Вот. Ну, сидеть очень комфортно, точнее лежать очень комфортно, очень. Дальше. Здесь настройка, покажу поближе. Вот эта настройка, вот эти лямки, это поясничный отдел. То есть вы можете выпрямить маленько спину, также в полете это все можно сделать. И также за эти лямки, если потянуть, можно провалиться туда. Все легко тягается. Оп. Оп. Очень удобно. Очень удобно. В комплекте с этой подвесной уже идет двухступенчатый акселератор. У меня он здесь грубо закинут просто вниз. Как он идет? Здесь блочок. И внутри подвесной находится вот такой большой блочок, который очень легко крутится. И в самой подвесной, чтобы снаружи трос от акселератора не протирал подвесную, сделано вот такое вот отверстие. Вот. Сюда выводится сам акселератор уже. Также в комплекте идет и кокпит. Крепится вот так. Раз. Два. Здесь он крепится на липучек. Вы можете его прикрепить как и снаружи, так и снутри. Вот. Сейчас покажу, где там липучка. Это регулирует наклон кокпита. Вот она, от самого кокона идет липучка. Здесь мягкая часть. И она крепится вот так вот, сюда. И снаружи. Вы можете регулировать, как вам удобно. Либо так ровно, либо чуть-чуть вот сюда. По внутренности кокпита. На самом деле очень просторный. Также на самом этом кокпите имеется съемная панель. То есть вот она. Ну, в случае необходимости можете ее снять. Вот. Так, дальше. Про плечевые лямки я сразу не сказал. Здесь имеется такая резиночка. Вот. Это для рации. И также с другой стороны, вот она. На левой части подвесной имеется очень вместительный карман, очень вместительный. Сюда можно любые принадлежности положить, там рацию, телефон, там еще что-то, какие-то приборы дополнительные. С этой подвеской сразу идет фал дайнемовский. Ну, идет он к плечевым лямкам, вот сюда. Но надо отметить, что подвеска сама по себе легкая, убраны всякие лишние там металлические детали. Здесь все на таких узлах. Также в задней части находится карман для балласта. Давай, все, работаем. Также в задней части находится. Также в задней части располагается протектор, который прикреплен на липучке. При желании его можно достать, конечно. О, вот такой. Очень плотно там сидит.
В отличие от Skylighter 2, в третью версию добавили страховочные ремни на карабины. Ручка запаска находится справа. И фал... ну, у меня запаска не зачекована, здесь ничего нету. Запаска сама находится сзади, ручка сбоку. И здесь она крепится на четырех липучках. Вот она. И лямка от ручки запасного парашюта застрахована таким вот образом, чтобы обезопасить себя там от зацепов каких-то на старте, либо там об ветки, чтобы, ну, случайным образом запаска не вылетела. Хочу отметить, что запаска здесь ищется очень легко. На этой подвеске уже были применения запасного парашюта в авторотации, и со слов пилотов она ищется, запаска, очень легко. То есть она не здесь, там, не сзади, никуда руку тянуть не надо. То есть ты летишь, раз, опустил, она вот она сразу. Сразу здесь. То есть, не знаю, вот очень. Я даже просто здесь сижу, автоматически рука опускается сюда вниз, и она сразу цепляет ручку. Ручка запаски здесь на четырех липучках, я уже говорил. Вот, ну, очень удобно. То есть ни туда, ни туда, ни вниз, никуда. За спину не надо. Летишь, раз, все, вот она. То есть вот такой отзыв получился по деталям. Если вкратце и в общем, то есть вы можете настроить подвеску как угодно. Регулировка там сиденья по высоте, регулировка кокона по длине, плечевые лямки, наклон спины, регулировка осанки. То есть можете, прям все это в полете можно регулировать. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и следите за видео, дальше будет еще лучше, еще интересней. И в следующем видео я вам расскажу о серии подвесных систем GI3. Там Альфа, Фронт, они в трех видах. Всем пока!